национальности, все народы, независимо от того, кто, да, русские, украинцы, татары, болгары, неважно кто, чтобы мы все имели равные права. И чтобы не было присоединения государства к тому или иному по национальному признаку. Мы здесь собрались для того, чтобы дать понять нашим крымским парламентариям, которых мы выбирали, которым мы доверяли свои судьбы, остаться в составе Украины. Надо жить в мире, в согласии, вместе со всеми народами, как это было все 25 лет. Мы за мир и процветание Крыма вместе, в единстве с Украиной. Мы мирная акция. Мы женщины, крымские татарки, и русские, и украинки, все за мир. Мы не хотим, чтобы в нашем Крыму была война, чтобы у нас было все прекрасно, чтобы наши дети росли под солнцем, под мирным солнцем. И чтобы у нас все было впереди с Украиной. Мы с Украиной. Нет войне! Нет войне! Нет войне!